боковой, нашлись варианты. Яхая делает пас налево. Здесь португалец дальше отправляет. Шитов должен побороться. Яхая, но без него. И какой пас в разрез! Классно! 1-0! Блестящий гол у Рашниковича. Мы отметим Игоря Шитова. От него действительно восхититься, в том числе просто обязаны. Потому что это такой шедевральный гол. Красивый, рабочий. Ну и передача в разрез. Защитники, никто не сумел помешать. Никорич, красавец, хладнокровно реализовал этот эпизод. Посмотрите, да, как ушел Шитов сразу.